Mail.ru открыл свой блог, в интернете своих друзей собрал, и только Николас Дарин и Саша. Спасибо. Поздравления. Да, угадывается китайская лирика, где-то даже, может быть, корейская лирика приплетается, правда, в стиле Юрия Петровича. Вот. Я хотел бы сейчас пригласить на сцену Николая Манцева. Автор-исполнителя, поэта, министрим Николай Манцев. Спасибо, Николас. Добрый вечер всем. Николас, с днем рождения. Я еще скажу перед твоей песней. Просто. Что душем завалось.